Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии за Швецию в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. Если вы случайно наткнулись на это видео и смотрите партию не сначала, то рекомендую перейти к первой серии. Ссылка есть в описании к этому видео, либо, по идее, ссылочка появляется в верхнем правом углу. Также напоминаю, что спонсоры канала видят все серии сразу во вкладке сообщества. Всем остальным приятного продолжения просмотра. Производство и культура. Еда, производство, вырибру. Бразилец, а тебя не будет смущать, если я тут рядом с тобой буду растеряться? Ну, рядом с Наталом. А вас, кстати, не смущает количество науки у бразильца? Очень смущает. Он в чате пишет, ты его в чате читал. Так он же меня должен, типа, слышать, он почему-то не отвечает. А, печатает, наверное? Я, наверное, не буду союз с бразильцем заключать с такой наукой его. Ты как, венгр? Я поддерживаю. Надо эмбарго кидать, но это не особо его затормозит уже. О, Алексей, здравствуйте. Здорово. О, Грузия. Интересно. Спалился. Не, ну, господи, тут уже, наверное, все встретились, нет? А, ты только, ну, супергерл, только нас с Венг... с этим, с бразильцем только встретил. Да. Ну, я почему же заходил, я все равно видел в перезлобе. А, да, супергерл уже перезаходил, сразу в начале игры все увидел. Что ж там за у Люксата за нация такая? Тебе сказать? Да нет, ладно, пускай удивление будет. Военную инженерию ускорил, да. Сейчас селитру найдем. Так. Что-то я беспокоюсь в плане, что сейчас могу выйти в нормальный век. Ну, чудо позже строится. Чудо позже строится. О, поехали в рост. Я бы не соглашался. Так а чё мне не соглашаться? У меня у самого тут жемчуг есть. Строитель здесь покупает. Покупаем строителя. Ну, когда у тебя есть жемчуг, он есть у тебя, а не у соперника. Ребята, мы не хотим сделать санитарный перерыв минут 5. Да, давай следующим ходом. Согласен. Знаете, в чем проблема вот этой правительственной площади? Потому что вот здесь сплошные поймы. Тут я собираюсь тоже районы ставить. У меня эти районы будут постоянно затапливаться и ломаться. Я здесь не смогу дамбу поставить на этой реке, потому что я здесь районы поставлю. Единственный, конечно, вариант, например, здесь не ставить районы, а ставить ее для дамбы. Какие-то играют. У меня тут жена спрашивает, супергерл это девочка, что ли? Типа, что ты там с какими-то бабами в циву играю? Я говорю, нет, мальчик. Блин, ну и куда, что мне тут обрабатывать вот это, наверное. Так, бабами, надо подумать. Надо подумать по поводу вот этой клетки. Может, все-таки здесь для дамбы оставить. Так, венгр, так... Что насчет бразильца?
Ну, я с ним не торгую, он лидер. Это не понятно. Дружу, как... Пойдем ли мы дальше? Такой вопрос. Ну, а мне пока нечем. И плюс... У вас горд дофигища, в отличие от меня. У вас территория. А тебе горы не нужны? Бразильцу горы не нужны, да. Вообще-то. У меня уже закончились все... То, что я вижу, у тебя дохера этих... Как его? Джунглей. Ну, они у меня уже все. Все закончились. В смысле закончились? Ты что, вырубил, ну, что ли? Нет, я имею в виду, у меня города... Ну, все джунгли, что у меня есть, на них стоят города уже. И вот ты с них имеешь в два раза, даже больше, чем в два раза науки, чем мы. Ну, я так понимаю, вы там по одному-два кампуса еще только построили, у меня 4 стоит. Догоняйте. Плюс карточка, ну да, это у него, получается, чистая наука, у него даже нету центра коммерции, судя, ну, по... Да. Это чистая наука. Вот в том-то и дело, что это чистая наука. А, потому блин. Что я блин, еще а ни как одного я другого района не построил. У меня нет практически гор, поэтому я сразу ставил да кампусы, ладно, чтобы потом не залей. Отстать от вас по науке, потому что у вас там будут кампуса плюс 5, плюс 4. Мистер Дитов, что ты там угорел по чудесам, что ли? Заканчивай. Ну, мне просто больше строить нечего было. Тем более такие морские, которые... Так, придется полезны. Здесь центр коммерции тогда ставить, получается. А вот здесь у нас будет театралочка и, видимо, оракул надо. Блин, вот ну как я... встретил. Давайте пока по-русски. Потом театралку сюда. У вас просто у обоих право там территория селиться, не расселиться. А у меня территория... Нет, не вообще-то, я уже достиг с той стороны моря. В смысле, чего ты достиг? Вон под полянкой у тебя еще города, ну, три. Ну вот да, вот три города? Ну это ты, конечно... Но я не вижу, что там ниже. Возможно, там штук 5 даже влезает. Там все ниже. Там типа тоже море. Нет, православие пришло венгерское, нет. Паки, миром Господу помолимся. И же херуимы. Блин, ладно, сделаю здесь лесопилку. Ведук готов, что с промышленной Алексей, зоной? Алексей, не хотите обменяться? Нефрит на ртуть. Да. Я следующим-то доходом тебе кину. Так, тут как раз есть... Фух. Вулкан извергся, но миссионер вы... Люкс, а ты чё стены в Мирове построил? И армию накопил? Мне стоит беспокоиться? Тебе не... Хорошо. Катастрофическое извержение вулкана. Ущерб оказался очень большим. Повреждено 0 клеток. Повышена урожайность у 3 клеток. Нифига себе ущерб. Огромнейший ущерб. Как жить теперь? Да все, ливай. Так, давайте центр коммерции все-таки сначала здесь. Переключим вот эту клетку. И центр коммерции. Ну, блин, я в нормальной веке. Что я могу сделать? Еще 2 хода, но у меня нету ни уникальных зданий. Ничего. Эндер, когда ты в союзе, кстати? Венгер? 6 ходов. А со мной вообще никто не хочет союз заключать? Не-не-не-не, бразилец, нет. Отлично. Вот это хочешь выкинуть? Да. Люкс, тебе далеко до союза? К сожалению, да. С
странно. Я Бингер, не у нас с тобой одинаково культуры, почему я уже в союзе следующим ходом, а ты только через 10? Ты в наемнике? Ну, потому что мне... потому что мне негде ускорять это. У тебя, скорее всего, были ускорения, а у меня из-за гор мне негде строить ни фермы, ну вот, ни два кампуса поставить. Вы слышали? У меня из-за гор негде два кампуса поставить. Ну, я имею в виду, были более важные дела, нежели чем кампус. Блин, мне бы вот сейчас Люкса встретить, было бы вообще зашибись. Я бы вышел в золотой век, но нет. Так, короче, православие идет уже по миру, так что там другие религии, приготовьтесь к защите. Я смотрю, норвежцы не так много веры, в отличие от венгра. Ну я даже если вот этим ходом построю русский маяк, это не даст мне дополнительных очков. Я-то с ним не дружу, в случае чего война и его религия не пойдет. Госслужба открыта. Венгер, право проход дашь? Нет. Чего? Ну а зачем тебе? Ну, я там честным трудом отвоевал рабочего. Спёр у варвара? Да. Разве это честно? В смысле честно? Не честно. Ты видишь, какой разведчик полуубитый идет? Он долго сражался. Ага, я понял. Вот так вот тебе. Поселков без охраны ходить. У кого? Ну как бы уже не так, как это самое. Не то время, скажем так, когда опасно обычно водить. Блин, что-то я... Задебриться не боишься? Всегда опасно водить. Нет, не боюсь. Да, у меня арбалетчики, мушкетеры как бы. Подождите, ну, ты сейчас говорит бразилец, который только что говорил, что все нормально с наукой, ребята, не парьтесь. Вот это, кстати, я провтыкал зря очень. Так, что тут с промышленной зоной? Плюс 3, надо вот здесь, ну, конечно. Ставить. Я про то, что вы меня догоните по науке. Ну, когда-нибудь, может быть, если ты забьешь на науку. Блин, нормальный век. Я ее не то что забью, не забью, но как бы мне разгонять ее уже особо некуда. Так. Бразилец, не хочешь дружбу? Это кто говорит? Это я, грузинка. Блин, мне в машиностроении. А да так, мне просто не хочется, чтобы ты сейчас моего поселенца забрал. Я зря, да, наверное, это сейчас сказал. Ну, я вообще человек не воинственный. Ну, поэтому я и спрашиваю. Давайте Виктора... Ну, ты можешь не опасаться за своего поселенца, я тебе так просто. Виктора в Хельсингборг пока. Хорошо. Раз жилье тут появится. Блин, надо... Ну ладно, давайте центр коммерции пока. Не начисляются очки ученых. Ну а ресурс, я не знаю, какой там, у кого там дофига чего, давайте глянем. Ну у нас, по-моему, у всех дофига всего. Янтарь. Во, янтарь у трех аж две штуки.
Еще кофе можно. Либо янтарь, давай, либо кофе. Янтарь, я предлагаю не... янтарь. Давай, давай, янтарь. Потому что янтаря нету у Бразилии. Кстати, нас еще впереди Нобелевская премия ждет. Янтарь, да. Все, зашибись. Русский маяк. Он, кстати, религию не укрепил свое православие? Нет. Алексей, можно через вас перешагнуть? Я думаю, не стоит. Я имею в виду по территории пройти. Я понял. Я думаю, не стоит. Печально. Нет, нормально. Кому как. Швеция становится православной. Так, а может мне здесь город поставить, кстати? Чё мне туда? Вот прям здесь? Да? Нифига себе, у Грузии град. Сколько? Ну, вопрос скорее не в сколько, а в названии. А, в названии? Москва. А, ну это знаменитый грузинский город. Кто ли не видит? Москва, Ленинград, Сталинград, Молотовград, Берияград. У нас сталинист в чатике. Почему сталинист? Я вообще, вообще ничто не говорит о том, что сталинист, да? Нет. Я личная проститутка Берии. Ясно. Пошли откровения. Все, что скрыто. Так, ну давайте, наверное, образование откроем. Потом в книге печата не пойду. Где твоя наука? Ну, у меня пока всего один кампус. Я ожидал, что у тебя сейчас будет там плюс 100-500 науки. Нет. Да, кстати, мистер Ди, а что такое? Ты же в золотом веке. Но мне монументальность лучше для расселения. У меня есть где расселяться. Скиф будет. А, все-таки скиф второй. Вы последний. Давай дружбу будем. Да, давай. Я что-то не настроен сегодня воевать. Если ты не хочешь, конечно, поупарываться в меня, давай, дружить. Они там рядышком, а я так понимаю, еще... три воинственные нации, и что-то они какие-то сильно дружные. А кто вы? Ну, в Грузии я бы сказал, что это воинственное. Дофига. Блин, а где у меня еще одна галера? Что-то я... А, вон она. Аппадана... Так, акведук. Нет, тут надо акведук. А промышленная зона тогда вот сюда становится. Отлично. Акведук. Промышленная зона. И вот здесь надо дамбу будет. Угу. Так. Да, блин. Что-то я вообще метки дебильно поставил.
Из-за лагов промахивался. Дружбу тебе бросал. И союз. Тут. Сюда дамбу. Сюда дамбу. И, кстати, вот тут раз уже... Тут кто-то все-таки может куда-то дамбу будет поставить. А где вообще дамбы? Дамбы, дамбы. Во. В контрфорсе. Слушайте, так может... Давайте контрфорс откроем. Так, а что у нас тут с акведуком? Вот сюда ставится. Ладно, тогда шахты. Блин, этот варвар там бегает уже с незапамятных времен, по-моему. Лёш, сделка. Блин, что... Почему у меня тут везде метки стоят? В левых местах каких-то. Извержение вулкана. Все мне поломало. Оракул я уже там не построю, значит. Пройдемся по городам. Только культуры все-таки стремя продвинулось, что открыли феодализм. Два действия получают строители. Надо ли нам сейчас это ставить пока? У меня вообще где-нибудь строители делаются? По-моему, нет. Супергерой, сделка. Торговец или амфитеатр? Амфитеатр. Мне надо быстрее шедевры получать. Привет, Венгр. Здравствуй, здравствуй. Кстати, Люкс, а как бы нам встретиться? Я последнего кого не нашел. А у меня, видимо, там разведчик где-то умер автоматически. Я еще одного послал в сторону Бразилии. Ну я, в общем, за Бразилию, если что. Скорее за Иерусалимом, если ты его нашел. За Иерусалимом, окей. Так это в одном и том же месте. Справа от него. Не, ну да. Просто если ты пойдешь справа от бразильца, то ты скорее не ко мне, в смысле не к Лёше придешь, а к Венгу. А вот конкретно справа от Иерусалима там лёд. Чё-то как-то не получается мне в культуру играть. Оракул надо было обязательно строить, я нифига не построил чеченицу, видимо, бразилец будет строить. Культуры у меня мало. Знаете что, наверное, надо будет вот здесь акведук строить. Вот сюда акведук, дамбу сюда и, соответственно, сюда производственную площадь. Вот давайте в очередь я поставлю акведук. Конечно, плюс 2 еще от этого.
Надо посмотреть, что там с производственной площадью, где она посильнее будет. Ну, куда этот варвар побежал, блин? Здесь военный лагерь поставить на этой клетке. Леша в некотором роде убил мне разведчика. Где? Ну ты выкупил клетку, на которой он стоял, его выкинуло на территорию, да, этого венгра. Под стены. Кстати, Лёш, там кинь таюз какой-нибудь. Я понимаю, что ты выкупил клетку, наверное, для того, чтобы она не досталась венгру и не давала ему еще больше этой. Да, примерно веры. Так. Кинул венгер. Так. Давайте глянем доступные пути. К Венгрии. 7, 10, в Дебрецен 10, значит. Но я еще не все города открыл, правда. О, Пешт еще. В Дебрецен 10. Ну, давайте Инчепинге купим торговца. А Грузия не хочет забрать великого ученого? Она может? Да. Грузия, забирай ученого. А, или там заблокировано по конгрессу? Я подозреваю, что да. А, то есть он не успел забрать ученого, когда... Да, наверное, кстати.
оставляю тут лодки, чтобы варвары не появлялись рядом с городами. Блин, я хочу, наверное, еще одного поселенца сюда. Надо, я бы в юнчопинге купил просто. Но это куча бабла. Все, бы еще город поставить. Ну и тут, конечно, еще не мешает. О, бесплатно. Вот это я люблю. Ты не хочешь экономический союз? Что, с Рюгавани никто особо не делает? Другой какой-нибудь. Культурный нормально будет. Или научный. У нас с тобой науки не очень. Швед, можешь одолжить денег чуть-чуть? Ну, короче, ты не против. Я не против. А, это кто спрашивает? Да, спрашивает венгр. Венгр, да? Тебе прямо сейчас или можно чуть попозже? Да. Мне желательно сейчас. Я тебе следующим ходом могу отдать, но нужно сейчас. Ну давай, хорошо. Ну, в смысле, сам... А, ты уже послал? Блин, два рынка надо. У меня вроде только один рынок, а вот тут один рынок. А вот, достраивается. Про особенность. Отлично. Хотя я никак не ожидал, что Брюссель приведет войска вот, блин, за те 10 клеток, откуда он находится. Я лучше здесь кампус поставлю. Ладно, хорошо, а театралочка. Давайте тут театралочку. Блин, чопинг, надо что-нибудь поставить. Ща, я приму. Грузин. Блин, как-то слабенько православие распространилось. Всего два города у меня в православии. Вот, забил немного венгр, да? Вот, откуда тут варвары? Тут какой-то варварский лагерь где-то есть, прикиньте. Нифига себе. Вот это поворот. Венгер скорее немножко упороться решил. Ну, мне это же бесплатно. Ну, за... там... чуть-чуть денежка. Хм. Больше торговых путей. Так, давайте Мокшу в линчопинг. Дальше открываем картографию. Два рынка у меня есть. Где он окупил? Так, монумент, амбар не нужен, водяная мельница не нужна, театралочка так себе тут будет. Какое-нибудь чудо могу. Ападану, ну не хочу я Ападану на холме, конечно, строить. Кстати, а если я Брюссель назад перекупил? А, дамба, блин. Войска у венгра останутся? Все эту фигню, да. К сожалению, они не продумали такой момент. Ясно. Ну я... А, он еще сразу, как я спросил, сразу еще послов закинул. Ну, логично. Тут 3... А, плюс 5. Да, значит, сюда ставим промышленную. Мне на самом деле и так дамбу... не хватает. Сюда надо в очередь сейчас будет поставить. Блин, мне нужен еще лучник. Кстати. Блин, там камни.
Я, честно говоря, офигел, сколько там было войск, когда вот увидел все это. Ну, я тоже сейчас смотрю и офигеваю. Венгра, вернуть денежки? 6 мини-чипов и катапульта. Как минимум, это то, что я вижу. Не-не, бразильца надо стопать. А сколько у тебя забирал? Спасибо Венгру за это. Да. Тебе 80 или 90? 80, 80. Ну, небольшой презент. Так, давайте третий. Типа процентики, да? Да. За сколько там лет набежало? Тут каждый ход 100 лет, по-моему, пока, нет? Или сколько там, 50 лет? Где они тут появились? Ну, где-то вот тут этот лагерь варваров. Получается. А вообще я плавать могу, блин, надо на воду спуститься. Так. Собралась тут толпа, смотрит, как Янгар у меня забирает. Ой, да ладно забирает. Ты же сказал, сам говорил, что у тебя там арбалеты. Давайте. Кто там еще? Мушкетер. Торговец. Видишь, что у меня с экономикой? Ну, так, мы все видим 106 науки. Просто нам 106 науки глаза застилает. Это в два раза больше, чем у кого-либо из нас. Ну, скиф тоже потихоньку догоняет. Я вот как раз единственного, кого не вижу, это скифа. Ну, подождите. Скиф догоняет за счет гаваней и центров коммерции. Так что... Ну, потому на тебя и не нападают. Так, давайте тут рабочего. Так, надо починить все. А вы думаете, у меня вот гавани и центр коммерции нету? Нет, у тебя, ты говорил, 4 кампуса. Если ты бразилец, значит, кампуса у тебя примерно по плюс 7. По плюс 3? Да. Откуда? Не, у бразилец плюс 7? Плюс 3, ты это... Если у тебя кампуса по плюс... Вы думаете, у меня много джунглей? Слушай, я если... их могу пересчитать, все эти клетки джунглей. У меня кампусы плюс 3, это максимум. И ну, кампусы плюс 3... Плюс 3 давать 106 науки. Да, да. Ну, я еще на библиотеке забрал ученого, например. Может, Стоунхендж? Ну, вот кто видит мою территорию, вот может навести, у меня кампусы. Давайте все дают по 6 наук. То сейчас вырубать все будем под Магнусом. У меня все кампусы плюс 3, плюс библиотеки. Так, после гильдии... А, мне надо будет в каравеллу сейчас апгрейдить. Так, вернем галеры для апгрейда. И, наверное... Давайте после гильдии в торговую республику пойдем. Блин, мне бы еще наземных юнитов. У меня 3, 4, 5 наемников, чтобы ускорить. Вообще, давайте подождем наемников. Че я... Тороплюсь тут. А, я уже могу поэтому плавать, ё-моё. А, потому что я картографию только что открыл. Ну да, сейчас надо сюда сплавать. И Амани. Назначаем Амани. В Норчопинг. Но мне надо еще городов. Мне еще как минимум 2 города нормальные становятся. Ага, это были все-таки еще не все юниты, что я видел.
Там было 5 мечников, 2 лука и катап... Так, в Стокгольме мастерскую после дамбы. В Линчопинге. Почему люди конкорваты какие-то предлагают строить? Великого ученого. А, ну великого ученого я не получу никак. Поэтому я думаю, что универ. А почему машиностроение ускорено? 3 лучника. Ускорено. Давайте. Давайте. Нет, блин, надо сначала образование открыть, построить универ и 2 универа. У меня вообще, по-моему, только один кампус. Вообще только один кампус, блин. Рэя проснулась. Так. Подождите-ка. Давайте образование, потом машиностроение. Так. Дамба тут достраивается. Тут мы ждем наемников. Смогу ли я 4... Давайте мастерскую. Или дамбу сначала. Давайте, наверное, дамбу. А почему... Подождите. А, нет, подождите. Почему я не могу здесь дамбу строить? На этой реке дамбы нету. Так ведь? Нету. Не понимаю, почему я здесь не могу дамбу построить. Если что, у Скифа науки уже больше, чем у меня. Но мы-то до Скифа добраться не можем, там у него свои соседи. Давайте мастерскую. Блин, надо выкупить клетки сюда. За Венгара. У него... Получается, как действует этот бонус на строительство района за рекой? То есть на другой стороне реки или, в принципе, там, может быть, через клетку от реки? Интересный вопрос. Я всегда думал просто через реку. Да, там овечки были, но откладывать больше не хотелось. Ай. Скиф, а ты не хочешь союз? А я могу сейчас взять ученого? Ты только сейчас проснулся, мы тебя спрашивали. Вот ты проверь, нам интересно, ты можешь взять ученого? Можешь? Да, он взялся у меня, да. Все. Понятно. Грузин тогда еще и торговца, да, во. Ч
Что-то я театралку позже всех построил, блин. Да, хорошо. Игруля я такой. На этом пока все. Спонсоры канала «Продолжение» могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!